цель семинара помочь учителям физкультуры именно в реализации модуля футбол в рамках проекта «Футбол в школе». Педагоги на данном семинаре обучаются новым упражнениям, чтобы приехать к себе на места и показать детям и школьникам, как правильно играть и заниматься футболом. В спортивном зале мы провели ряд упражнений, посвященных теме ведения мяча, теме передачи мяча и финтам, обучению финтам. Учителя принимали активное участие во всех упражнениях, и в конце нашего обучения мы завершили всеми для нас любимой игрой, игрой футбол. Вишнякова Евгения Сергеевна, учитель физической культуры в Брусняцкой средней общеобразовательной школе номер 6. Наше село небольшое, школа очень маленькая, и мы бы хотели начать развивать футбол у нас. Планируем сейчас вступить в эту программу и развивать у ребят эти навыки футбола. Конечно, для меня сегодня все было новое, потому что я как тренер по баскетболу, но мы, учителя физкультуры, должны быть универсальны, и поэтому для меня это все было интересное и новое. Конечно же, я с понедельника уже начну это все внедрять в наши уроки. Теория, вводная часть, что такое вообще программа «Футбол в школе», по которой я здесь работаю. И у нас была практика очень интересная, я считаю, достойно. Мы вспотели, познакомились с учителями. Я считаю, ряд упражнений очень полезных лично для меня. Вот сейчас, буквально мы 5 минут назад защищались, каждый проводил свой урок на основании того, что нам дали. Лично для себя я выделил ряд упражнений. Сейчас у нас даже есть ряд вопросов, которые я обязательно задам нашим методистам, которые нам проводили семинар. В принципе, все. Всем спасибо. Я очень рад. Футбол в школе!